напротив помещения остановка речных трамваев. Это строительство дороги, которая свяжет Карамышевскую набережную с Москва-Сити. Здесь ведется строительство автомобильно-пешеходного моста, который свяжет сердце столицы и ЖК «Филиград» и примыкающие строящиеся ЖК. Выход на летнюю веранду есть только у данного помещения и у соседнего. Здесь подъем к подъездам квартир. ЖК «Вкусвилл». Это первый вход в Пятерочку. И второй вход в Пятерочку. Здесь перекресток. Просто мертвечий. Есть крупный мебельный центр с разными брендами. Это вторая очередь. Сердце столицы тоже уже сдана и заселяется.